Ансамбль казачьей песни «Вольница» провел в Верхнеуральске казачий вар. В течение одного дня участники фестиваля смогли окунуться в историю становления казачества на Руси и даже пройти обряд посвящения. Более подробно в нашем следующем сюжете. Казачий вар впервые прошел в городе Верхнеуральск. Фестиваль совпал с датой 23 февраля, что имело некий смысл. На Руси варом назывался круг воинов, где они мерились силой и демонстрировали боевое искусство. Эта традиция дошла и до наших дней. Правда, на фестивале демонстрировали не только боевую силу, но и знакомили участников с ремеслами, обрядами, песнями, которые сопровождали казачество на протяжении многих лет. Самым интригующим стал момент принятия казачьей присяги. Около 20 человек. Девушки и юноши приняли присягу и получили благословение батюшки. На следующий год фестиваль «Казачий вар» вновь состоится в Верхнеуральске, а пока участники будут собираться на промежуточные мероприятия и будут гостить в разных городах области, чтобы выявлять талантливые коллективы традиционной культуры.